подавайте аплодисменты. В гипермаркете «Самбери» большой праздник. На его торжественное открытие пришли постоянные покупатели. Нужный отдел находят без труда. В магазине вновь все на своем месте. После нескольких месяцев вынужденного закрытия «Самбери» на Крыгина празднует свой второй день рождения. Большое спасибо хочу сказать за поддержку и коллективу своему, и нашим покупателям, новым и старым нашим друзьям. Мы вновь открыли эти двери, чтобы порадовать наших покупателей свежей выпечкой, свежим мясом, свежей рыбой, свежими продуктами и широким промышленным ассортиментом. Большое всем спасибо за поддержку. А поддержка в тот непростой для всего коллектива период была очень нужна. Тогда, в июле, из-за внезапного и длительного отсутствия электричества, из гипермаркета пришлось экстренно вывозить огромные партии товара, чтобы распределить его по другим филиалам. Серьезные убытки терпели не только владельцы магазина, но и его покупатели, ведь единственный гипермаркет в шаговой доступности неожиданно закрыли. Но сегодня темные времена уже позади. Поздравляем, процветание. Да, всего хорошего, чтобы впредь работали здесь, в общем-то, чтобы не было проблем. Здесь все в одном месте можно купить. А так приходилось, вообще гешефт магазинов очень мало у нас, вот таких вот больших, комплексных. Какие-то лавочки, базарчики, и потом все дороже. Мы рядом живем здесь, а здесь все можно купить. Поэтому ездили вот на открытие в Самбери на вторую речку, но неудобно. Здесь очень хорошо, уже привыкли все свои. И приходилось ездить, я, например, ездила на Толстого туда в магазин. Либо на вторую речку, многие ездят в Самбери, другое ездили. Но это не очень удобно. Более у кого нет машины, с маленькими детьми вообще не вариант. Хотелось бы пожелать, чтобы больше не закрывался этот магазин. А так, конечно, поздравления персоналу. И всем, кто участвовал в открытии. На праздник принято дарить подарки для покупателей. Лучшим сюрпризом стали новые акции и скидки на любимые и необходимые товары. И, конечно, у гостей тоже есть возможность поздравить гипермаркет с днем рождения. А здесь сегодня все покупатели оставляют пожелания любимому магазину. Мы тоже решили присоединиться. Вопрос, а почему почти все жители района так волновались за этот магазин и так ждали его открытия, даже не возникает. Ведь здесь они могут найти абсолютно все. В гипермаркете даже есть отделы косметики, одежды и обуви для всей семьи. Особенно актуальны товары для школьников. И, конечно, все соскучились по горячей выпечке, которую здесь продают прямо с печки. Есть даже приятные бонусы для покупателей с питомцами. Для их любимцев создали особые условия. А заезжать в магазин удобно не только на автомобиле, но и на велосипеде. Темная полоса гипермаркета «Самбери» сменилась светлой. Магазин вновь открыт для покупателей и готов радовать их качественными товарами и низкими ценами. Анна Бережная, Игорь Болтов. Новости на 8.